У тебя нет, мы его завалим. Наверное. Блядь, зарядка, блядь. Вот ты спаслась? Какой-то, да. Ну я тут сразу думал, блядь. Ну нихуя. Стреляй в него, я тебе помогу. Стреляй в него, главное. Блядь, я у них не вижу с тобой. Сука. Нет, ну нет, нет, нет. Сейчас мы этого навалим. Да, я тебя включу. Наверное. Вот и апнула левел даже. Бля, ты его завалила, что ли? Вот, все, завалили мы его, заебись. Быстро справились, кстати. Да, норм. То есть, я думал, нас тут зафейлят, как думал. Я, а ты? Да. Где патрон для снайперки теперь найти? Вот это интересно. У меня 11 уровень, нихуя. Ну сейчас мужик сам. Не добивай, бля. Отключи меня тогда. Кстати, дают, когда воскрешаешь, дают 100 опыта, не забывай. Не заставляй меня снова это делать. Слышал? Что? Не заставляй. Вот для снайперки патрон. Сейчас я возьму аптечку. Вот тоже, по-моему. А, нет. Да. Для чего, для снайперки? Да, по-моему. Да-да-да. Пошли дальше. Там дальше будет еще круче моба. Куда уж, блядь, круче-то? Да пиздец, блин. Сейчас, кстати, 12 уровень, ты 11. Ну, все равно, спасибо. То есть, буду 12. Вот. Ну, все равно, спасибо. А? Ну, все равно, спасибо. Вот. Какой тут аптечек. Вижу склянку со здоровьем. Я тоже её вижу. Что-то может лежать, погоди. Хотя в палатке нихуя нету. Я знаю, где что-то точно будет лежать. Там дальше, я не помню. Там дальше сундуков будет целый рай. Рай сундуков. Сундучий рай. Сундарай. Кстати, сейчас враги с автоматами, с пулеметами, вот. Один бандит-скиллер. Где, блядь, они есть? Вот, был он. Вот, хуя! Блядь, это хуйня опять тут. Пошел ты, блядь, мудак. Удаёб, удаёб, удаёбище, кривое, ты ж, блядь, уёбище. Голову надо, блядь. Бандит-недомерок. Ну, кстати, когда стреляешь, падает. Чувак. Может, три трона мне ставил птичку. Псих, у тебя психи нападают, помни. Нихуя, блядь. Добивай. Ты хорошо, ты добила. Вот драчуна, кстати, поскольку меня. Где ты, блядь, есть? Вот, я рядом прямо у тебя, прямо перед тобой стою. Драчуна тебе валим. О, у меня левел ап. Мужик, конец тебе. Хуя скрита наносит, блядь. Хуя мы тут побушевали, нормально, да? Ну пиздец. Мне надо сейчас скилл прокачать. Блядь, что за хуйта в меня стреляет? Заебали, блядь. Блядь. Сверху он, мужики. Он сверху, мужики. Есть какой-то, блядь, есть вообще. Лучше меня похаль, плиз. Стоп, это не лишние тебе будут. Так, надо за эту штучку встать. Здесь мужиков завалили, которые вверху сидят. Блять, не попал. Вот хедшот ему. Это вот хедшот сейчас. Вылезай, он вылез или ты его завалила? Нет, он вон сидит. Чё? Да, к этому. Я говорю, тут будет мобы дофига крутых. Мне патрон для снайперочки найти. Не, вообще патроны бы найти. Не мешало. Ну да. Вот, кстати, тут лежит какой-нибудь дробочек, посмотри. Не, это автомат. 40, 42 у тебя, меньше у тебя, наверное. Бери. Пулемет даже, прикольно, пулемет. Поменяй на тот старый, который у тебя был, и все. Нет, это дробочь, не, дробочь не меняй, дробочь крутой. Не, меняю обычно. У меня винтовка была. Сколько у него там? Сколько у него что там? 42 атака.
У тебя было. У тебя было говно, у тебя 16, у этого 42. Ты еще надо выкинуть. Какой-то патрульный автомат. Твой был самый отстойный. У того знаешь, сколько было, короче? 12 патронов в обойме, у этого в обойме 41. А я смотрю, что-то какую-то хуйню красную выкинул. Это говно. Бери, короче, тот, который тебе. Блять, я не могу я его взять. Почему? Да хуй знает. Вот еще какую-то хуйню выкинул. Вот взяла, молодец. То есть умница. Так, да. Сейчас оно будет куча бобов, я говорю, сразу крутых. Например, типа драчуна. С пулеметом. Блять, опять что-то не трогать, почему, да? Сначала драчуна валим. Более опасных для нас. Все, короче, дом драчу. Теперь вот этого пей. Ох, вкрит ему в бошку, охренеть. Хуй, ну прошло. Кто там еще? А вот, а еще один драчу, нахуй, если... Развелось их тут. Вот, молодец, блядь, да, здоровье. Хэть тебе. Хэть тебе, блядь, сука. Дай тебе еще. А, у меня мужик... Топор... По похуй, я еще вот его... Хотя... Нет, ты мне лучше помоги. Хуя, вот драк... Блядь, патроны стоят. Поможешь или нет? Пизда! Сейчас помогу не стоит. Склянка со здоровьем! Тупая тёлка. Блин, у меня осталось только пистолет. Дед, он вздыхает, он выходит. Там живой? Хуя тебя мужик бьет какой? Да, ты где вообще, блядь? Пиздец. Безбашенный псих нас завалили тогда. Сейчас мы его, может я его чпокну, может и нет. Думаю, да, чпокну. Че за раки? Вот там, короче, будет квест. На рак. Нам, ой, опять еще один псих, нахуй, хуя себе. Саня, я бегу. Этого я точно завалю. Я, короче, выживу до того, как ты придешь. Наверное. Да, ну, пух, тогда. О, тут у него пушечка прикольно выпала для тебя как раз. Но, если что, мне нужны только снайперки и все. Закончились патроны, я тут не дед. Ты тут, да? Тут. Хорошо, я только патроны собираю, пока их повали. Пиздец, у меня патроны кончаются. Да, быстро кончаются. Наверное. Ладно, автоматик я тоже один возьму, ладно, если что. Бери. Чтоб потом, если что. Может, с чем-то было. Саня, стрелять. Блядь, уйди оттуда. Куда? Оттуда. Оттуда мать. Ну я автоматик, блять, у него атрибут 4, прикинь. Нихуя с меня завод, блядь. Атрибут 4 автомата, это жесть. Да. Знаешь, такой атрибут 4? То есть при 100% разгорания его. Сука, ебаные патроны, блять! Я тебе помогу. Блять, нет патронов, па. Сука! Хорошо, сейчас помогу. Ему сразу в кэшке. Хотя, блядь, стрельнул называется. Короче, я его добью и тебя помню. Давай, вот с него тоже автоматик тебе выпал. Блять, главное выжить тут. Вот это добыча. Все, что ли, всех повалили? А, их было много. Скры, блять, я будто не знаю. Здоровья. Ланка домой пришла. Так. Патронов нету, блядь. Блядь. Нет, это патронов нету, это жесть. Так что, куда мы сейчас идем? Сейчас на крышу запрыгну, погоди меня чуть-чуть. Так, ну ладно, пошли. Бежал. У тебя есть автомат, у тебя есть пулемет, ты с него стреляй. Какой автомат, пулемет?
Ну, который мы тогда взяли, помнишь? Тот, который еще ты менял его на многие. Ставь его. Зачем ты выкинул? Я что-то выкидывала, я ничего не выкидывала, я не выкидывала. Выкинул автомат. Я ничего не выкидывала. Не выкидывала? Да тут он лежал. А? Ты думал, выкинул. Так. Сейчас как сгорит, пока он бежит. О, вот вот раки, которые нам надо убивать. Так, для квеста, который. Yeah. Вот, который летает, все, вот. У тебя есть на него права на это? Да. Пошло. Так они, блядь, хуйно дамажат эти раки. Блядь, вот сука ебучая. Кстати, там два босса будут, вам пока черт не надо идти там. Да вставай уже! Пока квест стоит. Вставай пока на крови, только на крови не подкладись, он сказал, да? Не, надо сказать, доставай ты уже. По-моему, так. Где еще эти раки? Сраки. Сраки. Блять, я хуй сейчас убью. Полосатый скак? Ой, взрослый скак, полосатый скак. Не знаю, я сейчас. Не надо полностью. Да пошли нахуй, блядь. Не помешала аптечка или патроны для дробовщика, ой, для снайперки. Вот, есть аптечка тут. О, а с нами, смотри, кто к нам бежит. Да. Зелененький такой. Блядь. Еще и запрыгнуть не могу. А если сюда... А, не могут сами. Нихуя себе, ну в пизду эту дискотеку. Хуя? Ну, сейчас мы учпокнем все равно. Если мне помоги пока что. Поможешь? Да. Я вот сейчас буду учпокнем. Смотри, у него кнопка тепло. Чё, тут еще живет. Здоровье кому-нибудь нужно? Там дальше два босса, пока что туда лучше не идти. Хотя, не знаю. Два босса крутых сразу говорю. Да нахер надо. Патронов, блядь, нет нихера. Да. Куда раки-то делись, блядь, интересно. Тогда не пойдем к боссу, пойдем к другим таким мобам. Боссы вот за этой горой, только не иди на нее, сейчас покажу на нее. Прямо вот, вот там вот. Сейчас постреляю в нее, вот там. А, окей. Вот тут мужики. Хотя какой я, блядь, снайпер. С пулеметом. Вот всем, почувствуй это. Почувствуй нашу любовь. Только что хотел сказать. Это твои мысли, что ли? Прикройся, я без патронов. Больно будет. Блядь, патроны на снайперке кончились. Бери хпшку, мне она пока не особо нужна, тебе да больше. Да вон там тоже есть хп. Блин, пардон. Чарка. Сейчас я. Пардон. Так. Звонили. Фигня, тут лежит пистолет. Или, нет, тут автомат, который тебе нахуй не нужен уже. Ты, честно скажу. Короче, пошли посмотрим. Тут там не должно быть, хотя... Патрон. Хотя без квеста боссов не должно быть, пошли. Тут патроны для этой, блин, для снайперки твоей. Да? Да ну нахуй. В этом. Что-то я перепутал, значит. Сейчас тебе расскажу. Сань, ты еще болеешь, что ли? Да. Не лечишься вообще или как? Я лечусь, но хреново, наверное. Наверное. Пошли, короче, если боссы будут, то будут. Хрен себе. Да ты че, бля, патронов нет. Похуй. Тут какой-то пистолет упал. Нафиг. Потом дальше револьверы пойдут, это будет уже жестко, тебе скажу. Вот у меня... О, босс тут есть, все-таки я перепутал. За мной босс бежит, если что.
А не, без башни нет, по-моему, побежать. Сейчас мы добьем. Вот. То есть моб. Бери хпшки, Свет, то есть много очень хпшек. Бери патроны остальные, которые остались вообще. Что там осталось? Блять. Сдохнул кто-то. Блять, у меня хп очень мало. Я возьму. Где хпшки? О, хпшка. Что там, кто-то валит? Вот и левел повысил, грац. Mm-hmm. Нет патронов. Бери то, что какие-то патроны есть. Нет патронов. Вот бери патроны. А тут снайперки патроны. Вот автомата патроны бери. Там тоже патроны лежат какие-то. Аптечка. Аптечку я возьму. Патроны к снайперке. Патроны к снайперке. Тут говно. Все, говно. Покопаемся. Тут аптечка. Блять, ему оба. О, блять. Видишь? Подбей ко мне как раз поближе, как раз будет. Вот. Вот теперь по нему дамажа уже нет, говорил. Критами, кстати. Ну, неплохо. Бери себе патроны в аптечку. Я пока не буду брать, я лучше подыхаю. Подыхаю чуть-чуть. Ты возьми лучше. На патронов нет. А, вот есть какие-то. А. В рот, который он открывает, стреляем, он будет больно ему. Здоровье всем нужно, да. Блядь, Саня. Сейчас могу. Ты куда ты убежала? За мной еще моб бегут. Ты, может, этого добьешь? Мне патронов нет. Все. Блять. Все. Блять, пизду нахуй. Ну блять. Кнопки перепутал. Я 13-й. Остановлюсь еще лучше. Я 12-й. Ну, мы всегда на один идем больше. У меня просто есть такая ветка в скилле, короче. 5% опта больше. Дается. Mm-hmm. То есть не 5, а 15 или 12, короче, сколько-то. Потом мобы. Блять, куда ты побежала? Не знаю. Вот там мобы вон туда. Вот, вот тут. Фермантия мобы. Минус один, минус два. Минусанули двоих, да. О, тут здоровье. Мобы на 12. До 12 часов мобы. Помнишь, что будет вот так? Фильма. Вот тебе урон. Чё ты говоришь? Чё на 12 часов? Помнишь? На 12 часов, на это какого? Смотри, на 12 часов. Помнишь, с какого фильма? Mm-hmm. О, рак летает. На игре фильм. Я не смотрел на игре. А? Печалька. Не снайпер, на него не попасть никогда, блядь. Бля, патронов вообще нихуя нет. Труп. Пш,
пошли дальше. Сразу вниз спускать. Вот тут патроны какие-то есть. Опа, хуя мне так. О, бля, горячего валим сначала. Я тут не только горячий, бля. Это горячего пиздец, бля. Помогай, помогай! Ах, я не могу. Трофей на стенку. Стоп, у меня игра вылетела, что ли? Не знаю. Пиздец. Ну, блять, я за ним бежать теперь буду. Сука, куда он делся? Кто? Нихуя, блять, он транспортировался куда-то, блять. Тебе помочь? Я не знаю, я не в игре сейчас. Да. Игра свернулась сам по себе. Че за хуйня? Он че, умер, нет, блядь? Что-то не понять, по-моему, что он делает. Я тоже. Че с ним такое? Ты зависла, наверное. Ты не можешь бегать, да? Я бегаю. Стрелять можешь? Да, а бля, что-то лагает, да. Что я не понять. Вот че, зашел сейчас лагай, лаги перестала. А, ты же это. Да, помогай, Тоша. Блядь, помогай, все, короче, пизда. Блядь. Хотя, хуя, нормально. Ты знаешь, что я делаю? Он просто лагал. Куда тут патронов лежит? Ты говорила, нет патронов. Тут патроны в складке. Только в автомате возьму. Сама его убила. Да у вас столько. Ты рукой всех бьет, да? Да. Больше нечем, блядь. Патрон, смотри, сколько лежит. Блядь. Целый склад, вот да патрон. Ты написано старший скак, я читаю старший скайп. Скайп, да. Да, охренеть за старший скайп. Где ты сколько, блядь? У я тут еще какой. Убивай его. Или я добью, давай. Блядь, добьюсь. Патронов нет нихуя. А, есть. Да я добил, ну похуй. Ты моба этого бей пока вот да это. Ты меня сжали. Какой, блядь, ну, больше урон наносит, чем, блядь, пулями. Ты бери патроны, тут смотри, сколько всего я валяется. Я беру, беру. А? Я беру, беру, беру. Аптечки вот бери еще. Патроны пока бери все, какие тебе не надо будет, я возьму. Ну, только для снайперки бы патроны найти. Тут нет для снайперки патронов. А вот. А, нет, нет для снайперки. Вот, по-моему. Вот. Где? Или нет? Вот, да. Вижу, да-да-да. Бери ХП. Халку. Ну там мобы сзади бегают. Сейчас их критану. Сань, давай с тобой запишем прохождение КС. Прохождение в эти. Вот тоже для снайперки. Где? Вот, вот рядом со мной. Вот, вот, вот. А, вижу, вот. Шикарно. Бери ХПшку. Только этих ХПшек валяется. Вот, тут тоже для снайперки. Где? Вот рядом со мной. Пошли дальше туда тогда. То есть обратно идем, ну похуй. Нам надо этих раков вообще убить. Где раки все, блядь? Раки зимуют, нахуй. Где раки зимуют, нахуй? Ух! Ух, конечно, ух, блядь. Пошли вон туда дальше. Или от... нет, мы оттуда пришли. Нет, не оттуда, вот там туда дальше. Видишь, где я вообще? Да. Да, да, ты видишь. Мы тут пришли, по-моему. Не-а. Нет? Не, отсюда пришли. Вот тут мужик вверху со снайперки его сейчас сниму. Больно было? Если мы отсюда пришли, то не... А? Да, аж пиздец, да, реально было больно. Если мужик тоже было больно, снова патроны умер.
Сейчас там очень много будет, знаешь, сколько этих стреляющих, вообще писет. И один мужик с пулеметом будет. Так что вот так обходим, смотри, вот куда я бегу. Вот так и беги, потому что по-другому не получится. Откуда, блядь, стреляют? Сейчас сдохнет и так, а вон там еще этот бежит. Его можно с дробыча валить. Безбашенный псих, ебать. Да, блядь, назвали их еще. Сейчас мы тут в хэт стрелим. Блядь, сдох ты, сука. Куда он убежал? А вот еще один ходит. Сдохни, сука, сдохни, я сейчас рукой. Хуя так прикольно подошел, подрезал, вот этот чувак. Пиздец. Кстати, тут есть вверху сундучок. Только не сундучок, а шкафчики, может, у них есть патроны. Вот для тебя патроны. Где вообще люди все? Где-то внизу, что ли. Вот мы сюда пришли вообще, честно, для открытия сундука крутого. Да? Тут патроны на снайперке есть. Где? Где я? Блядь! Смотри, где я. А где ты, блядь? Внизу. Где-то еще мужик. А вон мужик как раз, вот. Так. Сука, он меня так и ждет, чтобы в хэт стрелять. Да я что-то кругами хожу, блядь. Где патруль на снайперке были? Вот где я. А, понятно. Вот, тут заходи, сюда там есть. Давил. Так, пошли, кстати, через супер сундуком. А ты всех поубивал? Да. Куда идти-то? Вот сюда, просто беги за мной. А где ты? Вот. Вот-вот. Ты видишь? Вижу. Тут еще где-то живой, ну похуй. Потом по пути обратно. Сейчас. Что сейчас? А ты мужика хочешь? Сейчас его шпокну. Пока до сундука дойду, посмотрю, что в нем есть. Вот тоже патрон для снайперки. Сейчас будет, кстати, новая локация, если что. Еще одна. Прекрасно, чё? Ну да. Ну да, чё, пача. Да, пача. Чё, почём? О, тут снайперочка. Хуя, зелененькая снайпер. Хуя у нее урон. О, охуеть. Я даже выкину какую-нибудь снайперку. Ты только не нажимай выйти, ага. Имею в виду, не нажимай выйти в другую локацию. И на снайперку тут прикольно. Ты не против, я снайперку возьму? Да я не против, бери, пожалуйста. Вот тут вот, тоже патрон для снайперки есть. Просто у него, знаешь, какой урон? У меня вот, смотри, у сейчас снайперки 51, а у него 162. Я. Сань, тут где? Вот патрон для снайперки. Где? Вот, вот тут вот рядом с локацией прикольно. Понятно. Тут еще и еще там, где ты мужика убивал, там тоже, короче. Пошли, кстати, в локацию. А тут что-то патрон для снайперки не взял. Где? Они там есть? Вообще, да. Вообще-то охуеть. Вообще-то вот. Вообще-то дохуя даже. Пошли локацию, короче. Жесть, снайперку нашел, я рад. Теперь бы тебе найти какое-нибудь получше оружие. Да, мне так нормально. Иди за мной. О, кстати, мы сейчас к боссу пойдем. Иди сюда. Нет, я сейчас открываю. Короче, раз. Блять, да нет, иди сюда. Зачем? Ну возьмите патрон для снайперки. А. Так, лучше бы патрон для снайперки взял. Спасибо. Вот, вот сюда заходи, короче, на мне. Ты, блядь, где? Нет их там уже. Угу. Вот там, да. Где ты видишь патруль для снайперки? Да заходи туда. Я понял. Хуяк тут много. 59 аж. У меня всего 50. Полный фул, короче. Кто там что живой, что ли? Кто-то живой? А уже нет. Пошли в локацию новую, да? Сейчас, а где тут склянка со здоровьем? Там, кстати, будет босс, если это то, что я думаю. Там просто да, вместо кувалды, а кувалда это босс. Подожди, сейчас еще полазю. Что-нибудь есть? Интересно. Я, короче, портирую, не портирую. Подожди. Ну? Подожди. Сейчас, блядь. Портируй. Портирую, сейчас, погоди, снарядную. Да, нормально. Портирую. А там что-то наверху было. Вырис. Блядь.
Не успела. Кстати, есть покупалки. Вот, записывай. Раз. Не записала, я уже записываю. Ага, ну да, нормально. Наебало. Самое лучшее оружие можно найти только. Патронок снайперки. Возьму. Потом возьму. А где тут ничего хорошего нету? Тут есть какой-то щит зеленый. 100. Так что у них в бренде, который продается? О. Сейчас погоди, что-нибудь подадим. Сколько он стоит, ебать? 5300. Мне не хватает 2 рубля, пиздец. Я не могу тебе дать 2 рубля. Я не могу. Кому что? Нужен врач, когда есть мои машины сейчас, короче, я сам со своими страшными его иглами? Куплю. 100%. Так, купил. Щит, который дает плюс 40% хп. Знаешь, какой у меня хп? У тебя сколько хп? 263. На 392 с этим щитом. Надо купить хпшку. Мало ли генератор здоровья. На 3 рубля осталось. Пошли. Тут, кстати, крутой моб. Вот, первый начальный моб. Ой, я себе крутой моб, я его почти снова удар убил. Ты что, одна? Я один тут буду, что ли? Да подожди ты. Хуя, моб аж подпрыгнул, как ему в башку попал, пиздец. Подожди, я патрон купил. Тут киборг, короче, будет. Башню дрочу. Помоги мне. Отправляйся к творцу. Оставляй, что делать. Могу сейчас его отвлекать на себя. На колонну встречу у меня. Блин, сколько я критов не попал? Ты уровень 13 град. О, автоматика, смотри. Отстой. Нормально, отстой. Так. Идем дальше. У меня 50 хп, кстати. Стоп, надо тут разведывать. Тут, кстати, могут быть сундуки. Тут прикольное такое место тут. Я люблю полазить где-нибудь. Ну, тут такое место, тут придется лазить, потому что тут вообще... О, мобы. Стоп, стоп, стоп. Эй! А, пизда, блядь. Я без тебя, конечно. Лаги. А, тебе помогаешь так. Спасибо. Мужик. Бля, жопа, бля. А хельсы какие-нибудь, не знаю. У тебя аптечки в комментарии есть? Да есть, блядь. Мне поможешь? Могу, конечно. Сейчас, где? А ты тут. Ты его молит. Нихуя. Хэдшот. Угу. Этому тоже. За них по 2000 опыта дают, кстати. Испытание. А, это испытание совершено. Я думал, за них по 2000 опыта дают. Этому тоже хэдшот. Они летают, когда хэдшот рубают. Видал как? Хэдшот. Че, ты тоже можешь со снайпер использовать, если, конечно, если хочешь. Только сюда мне нельзя, но... Нет, сюда мне нельзя же. Место вообще интересное, кстати, по сути. О, мужики. Хедшот. Эй, что ты сделал? Что ты сделал такое? Ты где вообще находишься? Что ты делаешь? Управляешь. Пошли. Пошли. Ты идешь, нет? Да. Идешь? Да. Пошли. Вот мобы сразу сейчас будут. С дробочем один на крыше будет стоять. Да, теперь лагается.
Ты место хорошо. Можешь? Хотя, как ты... Хотя сейчас сам помогу. Ты где находишься? Вот ты где нашел. Спишь уже что? Ну, я сплю, что с тобой все. Такое? Вставай! Просто так. Я думал, ты это. Здоровье кому-нибудь типа, нужно? Позевала. Я вздыхаю. Вздыхаешь. Печалька из-за чего? Да просто так. Из-за себя. Кто там плачет? Кто-то плакал. Дед Мороз. Че, блядь, Дед Мороз там? Где, куда? Дед Мороз. Нет, там сюда. Мы с тобой унылы какие-то. Там наверх. Там наверх, наверх. Пизда там будет. А тут чуть пуля кашпяк. Помаленько. Вот сейф, кстати, это хорошо. За сейвен тут начинать теперь будет. Опа. Кэт. Смотри, как они подпрыгивают, когда кэт рубают, блядь. Ты на этом. А, нет, нет, это мимо. Не, не подпрыгнул на кэт. Легко. А, это он? Что я думаю, ты. Тут для снайперки патрон. Где? Вот, сзади меня. Вот этот, Сань, что, нормальный? Не, отстой. Нормальный же, хотя бы зеленого цвета должен он быть. Он зеленого. Нормальный. Он бред. И пух. Вот мужик ходит. Блять, не попал. Вот, кстати, голову. Вот, на. Ладно, ребят, выбьем их! Блин, блядь, справились. Да, я, блядь, стреляю. Башку ему отрубило. Кот.